Открытие школы проводится совместно с Казанским физико-техническим институтом и Академией наук Республики Татарстан. В качестве лекторов выступили как известные деятели наук, так и молодые ученые. Ими были зачитаны доклады на темы развития оптических исследований, в том числе нанооптики, наноэлектроники и физических основ телепортации. Школа когерентной оптики и оптической спектроскопии начала свою деятельность в 1997 году во всероссийском масштабе, вскоре перешла на международный уровень. Цель молодежной школы сегодня – передача знаний, накопленных за долгие годы научной работы студентам и молодым ученым, обмен опытом с зарубежными коллегами и дальнейшее развитие оптических технологий. Я думаю, школа в самом деле пользуется большой популярностью, особенно у молодежи. Даже лекторы с удовольствием всегда приезжают. У нас из МГУ, из физтеха, там из Иркутска, из Сибири. Ну, вообще со многих республик, Санкт-Петербурга, со многих центров лекции читают на самом высоком уровне, я считаю. Алина Турсынбекова, Алина Бондарь, Роман Самарин, Универньюз.